хлопок услышали и увидели столб дыма. Вот. И проследовали в этом направлении. На месте увидели горящий дом. Собственник дома горящего отсутствовал на момент осмотра. То есть мы проследовали туда вместе с соседями и обнаружили там, что на веранде горящего дома находится газовый баллон в количестве 2 штук. То есть один большой и один маленький. Вот. Мы их своевременно, незамедлительно эвакуировали сразу. Что это, да?